spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен рюкзак, который выпускается под брендом East Shark. В данном случае это городская модель Sport с индексом 0170. Она весит всего 700 граммов и бывает в нескольких цветовых решениях. Кстати, благодаря своему функционалу, аксессуар подходит для любителей путешествий, активного отдыха, в том числе и рыбалки, и, конечно же, в качестве повседневного. Давайте поближе его рассмотрим. Основой для пошива рюкзака стала современная ткань. Такой материал отличается надежностью, износостойкостью и высокой прочностью на разрыв. Более того, он придает рюкзаку стильный внешний вид. Спинка бескаркасная, что позволяет компактно свернуть такую модель на время хранения. Но чтобы содержимое не давило на спину, внутри предусмотрена вставка из мягкой пенки. В верхней части пришита небольшая ручка из тропы шириной 25 мм. Пригодится для переноски рюкзака в руках, при погрузке в автомобиль или переездах в общественном транспорте. Лямки практически прямые, жестко закрепленные, с возможностью регулировки по длине. По бокам симметрично расположены вертикальные отделения открытого типа. Сюда легко войдет термос или другая емкость с напитком, перчатки, зонтик или полотенце. А еще в них можно положить длинномеры. Сверху габаритные вещи фиксируются регулируемой стропой с пластиковым фастексом. С его же помощью убираются внутренние пустоты рюкзака. Спереди расположено три разноразмерных отделения. Первый кармашек скрыт под клапаном с оригинальным фастексом. Подойдет для хранения ключей, документов или кошелька. А можно положить компактные аксессуары и различную мелочевку. За ним находится отсек типа муфты. Он имеет два вертикальных входа под молниями. Обратите внимание, все собачки оснащены удобными ухватками увеличенного размера. В нем поместятся инструменты, бутерброды для перекуса или средства личной гигиены. Далее идет самое вместительное отделение. В него можно сложить свернутую ветровку, дождевик или какие-то личные вещи. А можно убрать продукты питания или посуду. Рыболов найдет место под коробку с приманками или пачки со съедобной резиной, упаковки с фурнитурой и запасными крючками. Снаружи пришито крупное D-образное крепление из металла и небольшой пластиковый компас. Основное отделение закрыто молнией с двумя бегунками. Его объема вполне достаточно, чтобы вы смогли взять с собой все, что может пригодиться на рыбалке, походе, коротком путешествии или в повседневной жизни. В районе дна предусмотрены две регулируемые по длине стропы. С их помощью снаружи аксессуара можно закрепить туристическую пенку, тонкий спальник или компактный тубус. Еще в нижней части мы видим замок, проходящий по всему периметру рюкзака. Расстегнув его, мы высвобождаем тканевую вставку и таким образом значительно увеличиваем полезный объем основного отделения. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.